Доброе утро всем. Вы на канале «Все интересно». С вами Наталья и Михаил. Ну что, ребята, проснулись мы, пьем кофе и, так сказать, по-человечески чешем репу. Ну а как еще это назвать? Вчера мы были расстроены, очень расстроены. У нас случился каос. Да. Наш стабилизатор сломался. Сейчас мы снимаем вступление. Вы бы только видели, как мы настраиваем. На телефон установлен на чудо-конструкции. Боишься дышать. Достали у ребенка старую вот такую вот какую-то палку. Маленькую. Не знаю, попробуем с нее снимать, с рук снимать. Ролики же нам выпускать надо. Надо. Мы сейчас собираемся все равно, даже с рук, но мы все равно пойдем и будем снимать. Собираемся мы снять озеро. У нас подписчик-то просил с тобой, да. Просил, надо идти. Чтобы мы ему сняли с другой стороны озера. Обещали, значит, обещали, надо идти. И то, что у нас сломался стабилизатор, обещание все равно надо держать. Вот сейчас попьем кофе и пойдем. И пойдем. Конечно, да, расстроенные, но ничего. Я думаю, будет прогулка, может, обрадует. Я думаю, прогулка нас немножко подымет на настроение. Да, снимать, походу, мы будем немного, скорее всего, потому что с рук где-то что-то подснимем, но уже не... Снимать мы, наверное, будем много, а вот материала получится, наверное, мало. Что останется, мы не знаем. Заказали мы себе принадлежности. Съемка-то должна идти? Должна. Вот будем ждать посылочку. Придет посылочка. Ну и будем делать распаковку. И покажем вам, что мы себе заказали. Планируется последняя дата 4, да, у нас? Да, 4 ноября. 4 ноября. Но как там чего? Придет, не придет, мы 100% да, сказать не можем. Ждем. Придет, начнем распаковку. Ну, также с рук распаковку. Ничего не сделать. Ну, а потом это все будем пробовать. Ну и вместе с вами будем испытывать, распаковывать и испытывать. Да, будем испытывать, будет проходить время, мы вам будем говорить, как оно, чего. Может быть, кого-то это заинтересует, для себя даже может, просто купят. Это, да. Понадобится. Может быть, кому-то информация. И польза будет. Не просто распаковка, что ай, ой, красиво, а в дальнейшем, как оно, эксплуатация-то. Потому что стабилизатор у нас, конечно, был хороший, но прослужил он. Он и тут 3 месяца не отработал. То есть, не очень, да, я так думаю? Да и вы так же думаете. 3 месяца это, ну... Ну, что-то очень быстро. Первый у нас вообще отработал. У нас даже с ним, кстати, ни одного ролика, наверное, не вышло, да? Ну, я думал, когда-нибудь мы насобираем материалы, выпустим ролик. Он немножко заснят у нас, как он у нас работал. Вообще, сразу же возвращали. А как товар-то у нас в магазин, многие, наверное, сталкивались, как очень хорошо принимают. Там еще надо так поругаться. Скажу, поругалась я там очень хорошо. Потому что когда мы брали второй... Когда мы меняли. От меня персонал бегал. Миша зашел в магазин и был в шоке, что они меня так шугаются. Ну что, не так, что ли? Они же мне его принимать не хотели. Нет, он рабочий, это вы сломали, и все туда. Вот. Ну, так что вот так вот. Надеюсь, что мы сейчас заказали, будет нам служить долго верой и правдой. Ну, и вы заодно тоже тогда уже и узнаете, стоит ли вам его брать. Или не стоит. Или не стоит брать. Мы с вами опытом поделимся. Ну, а мы допиваем кофе. Собираемся. Собираемся. Берем супер. Селфи-палку. Я не знаю, когда ее ребенок покупал, наш старший, да? Он еще до армии, наверное, ее, да? И у него появилась. Да.
И направляемся. И направляемся вот с этой крутой штукой. На прогулку на нашу. На прогулку. Правда, она в руке как-то непривычно лежит. Ну ладно. После, да. После стабилизатора не очень. Что привычно. Да. Ничего страшного, я думаю, ну, привычно. Что есть, то есть. Чем что... богаты, тем и рады. Да. Нет, с рук буду снимать. В принципе, более-менее, если зафиксирую, я то вроде бы нормально съемка идет с рук. Будем так тогда выходить из положения. Ну, встретимся уже по пути. Да. А нам надо допивать кофе и бежать. Ребята, смотрите, мы же выходим только на дорогу. Смотрите, какая красота. Прям лучи аж пробиваются сквозь тучи. Вообще. Попробуем увидеть чуть-чуть. Вон, бьются как. Причем все это в движении. Вообще. Ну-ка еще раз попробую. Вот. Вот так вот. Ну, ребята, идем мы, идем и идем. Нам еще идти, идти и идти. Вот, смотрите. У нас с этой стороны красота какая начинается. Да, Мишка? Почти лето. Да. Миша, ну отойди в сторону, покажи, куда нам идти. Вон туда. А мы еще поднимемся в горку и оттуда вам покажем. Куда мы идем? Ну, не совсем, там еще не будет совсем видно. Ну, идем мы на озеро, они знают уже зрители. А природу мы чуть покажем. Все, пойдемте подниматься в горочку. Ну вот, ребята, мы поднялись, теперь опять спускаемся. Ветер у нас дует, наверное, будет задувать видео. Но это не беда, я думаю. Смотрите, у нас какие поля идут. Поля. Крайне русские поля. Да. Поля. Панораму вам сделаем, не спеша. Вон туда нам теперь вниз. Вот. Смотрите. А там нас сосна с елями радует зеленью. Глазик хорошо на них останавливается. Ну вот. А мы идем теперь спускаться с горочки. Продолжаем нашу прогулку. Так, вот мы спустились с горочки. Вот такой вот у нас тут вид. А тут идет у нас продолжение чего? Как ни странно, но... продолжение. Река Москва. Вот она. Мы говорили, что она впадает в озеро и вытекает. Вот она идет как раз-таки туда. Вот, ребята, мы спустились под мостом Эхо. Смотрите, как красотень. Вот он, мост. И вон туда он. Ну-ка. Она холодная. Ну, речка. Водичка холодненькая. Но она, кстати, очень... не очень холодная. Она прозрачная. Но она чистая. Вот тут, между прочим, я зачастую спускаюсь. Она и летом вот такая вот чистенькая. Водичка чистенькая. В жару спустишься тут. Она поднимается повыше летом у нас. Так, это хорошо. Прохладненькой такой водичкой, вообще лепота. Смотрите, какая она прозрачная, красивая. Вон, все дно видно. Вон, вон. Вон, смотрите. Все камушки вон. О, красота. Да, Мишка? Да. Оценил? Здесь ее можно перепрыгнуть даже. Ну, перепрыгнуть-то сложно будет. Ну, вон там по колено прыг, и все. Угу. Ну как, пройти ты ее проходишь. Летом я прохожу практически по пояс. Вот где мы сейчас стоим, вот тут она заливается вот, до столбов вон обычно. Там, колено, дальше. Вон она, больше чем до середины она по колено. Угу. Ну вот такая вот красота. Ну а мы поднимаемся, идем к озеру. Теперь с моста нам надо... будет он туда подняться. Идем.
Ой, из-под моста подняться на мост. Вот. Эхо такое прикольное. Ребята, шли мы, шли. И увидели вот эту такую интересную травку. Я даже не знаю, что за растение. Она так это пятном таким вот. Ну, красиво смотрится среди осени. Вот смотрите, да, по бокам. А тут вот. Я даже не знаю, что это такое вот оно. Может, кто знает, что за цветочки такие интересные, да? Пушинки. Ну, мы идем дальше. Если что увидим интересное, покажем. Во, ребята, солнышко проглядывает. Опять с лучиками. Вон, везде лучики. А тут он уже синенькое, пытается солнышко проглянуться. Вот, какая красота вокруг. А там уже впереди, на камеру будет вдалеке-вдалеке, уже озеро видно, видать. На камеру вдалеке, но глазами мы уже видим. Вот мы уже к деревне начинаем подходить. Что было на той стороне, мы показывали, что с этой деревни покажем, как раз таки она откроется. Вот. Вот такая вот красота вокруг глаз радует. Ну, идем уже до самого озера. Ну, ребята, мы дошли до озера. Тут стоим на бугре, тут такой ветер. Не знаю, будет слышно вам, не будет слышно микрофон. Задует, не задует. Подключили микрофон, потому что, ну, сильный ветер. И вот смотрите, оно, к сожалению, заболачивается. Раньше это было огроменное озеро, но оно даже в заболоченном. О, сейчас солнышко появится. Красотень. Смотри, солнышко выглядывает. Да, вон солнышко нам выглядывает. Вон, смотрите. Вот так вот. Вот такая вот красотень. Стояли мы вон там, вон впереди, на той стороне. Когда вам говорили, что дойдем сюда, тут на возвышенности. Оно тут лучше видно. Обзор на целиком озеро, конечно. Да. Но вода в озере чистая. Чистая. В нее Москварика впадает. И вон там он, она с нее вытекает. Но Москварики наши уже мощь не такая. Ей, видать, не хватает протянуть его. Раньше она была сильнее Москварика, и, может быть, из-за этого еще и протягивала. Но раньше сильнее была Москварика. Может быть, да. А сейчас, видать, речки мощи не хватает его протянуть. Вот такая вот красота. Вот как. Ну, ребята, и мы на фоне этого озера. Вот. Вот как. Места действительно у нас красивые. Да. Вот смотрите, стоишь сзади. Лепота. Глаза отдыхают. А вон как хорошо. А там еще у нас холмы. Это бывшая разработка, самая первая разработка карьера по добыче песка, щебенки, глины. А там еще вывозили у нас на лошадках. Вручную грузили, вывозили. Мы туда сейчас попасть не можем, дожди прошли, потому что там красоту надо показывать снизу. Но там очень обалденно, ребята. Если устаканится или по первому морозу, может быть, спустимся, да? Тоже покажем. Ну, если погодные условия даст. Если погодные условия сейчас не даст, то мы вернемся туда летом собирать, да, землянику как раз. Летом пойдем, значит, туда. Так что и как раз покажем. Вот прикиньте, вот тут вот жить людям. Просыпаешься утром, либо вечером. Вышел, в окошко глядишь, лепота. Мангальчик завел шашлычками, да? И такие тебе виды. Глаз радуется. Ну, согласись, ну... Очень красиво, конечно. Очень красиво. Жить даже, ну, вот на этой высоте, на берегу, с таким, ну, видом.
Ну, а мы возвращаемся назад. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся уже дома. Ну, может быть, еще по пути что-нибудь отснимем. Если будет что по пути, да, мы еще включимся. Если нет, тогда... Тогда дома встретимся. Ну, а мы пошли. Расстояние нам... Идти нам не близко. Да, назад до дома. И мы вот сейчас вот там вон полезем по краю забора, по обрыву. Назад. Держать за забор, чтобы не скатиться вниз, чтобы он туда не скатиться. Потому что тут подскользнешься, катиться будешь как раз в озеро. Водичку. Так что мы аккуратно идем. Ребята, еще вам чудо природы. Просто сегодня оно нас радует. Смотрите. Красота какая. Ребята, а у нас еще ромашки. 30 октября в Подмосковье. Вон какая. Одинешенька, конечно. Нет, почему одинешенька? Собственно, бутон. Да. Одна вот отцвевшая, да, бутончик. Угу. Вот так вот. Говорю, что интересненькое поснимаем. Вон Миша у нас довольный. Цветочек увидел. Да. О как. Ну, мы идем дальше смотреть, что интересного. Вот. Спасибо. Это тебе. Мне цветочек подарили. Полевой. Ребята, идем мы с Мишкой, не спеша, и тут увидели верба. Верба пытается распуститься. Ага. Девочка, ты чё? Тебе до весны спать. Перепутала весну с осенью. Вон сколько. Вон вообще. Нет, это не одна почка далеко. Далеко не одна почка, вот, ребята. Вот почка пытается распуститься. Вон они. Вот. Ага. Ну выше уже не полезет. Да, так оно все, кстати, идет. Все в почках. Вот оно вообще. Вот. Подожди, нет, вот смотри. Вот, смотрите. Большая, кстати, да. Смотрите, я и заметила такую большую. С весной перепутала. Да. Вот такое вот чудо природы. Ребята, вот береза. Тоже почки, посмотри, начинает набухать. Вот она, веточка вон вся. Почечка. И вот она в разломе. Смотрите, зеленые. Вообще, пойдем. Вот это мы прогуляли. Ну вот, ребята, пришли мы домой. Устали. Потому что расстояние-то большое проделали. Зато нагулялись. Нагулялись, это вообще. Так нагулялись хорошо. В ролике вы видели. Мы, конечно, шли туда. Лучи увидели, любовались. Да, красиво. Солнышко просвечивало. Да. Через тучи. Потом шли, все любовались. Озеро вам показали. Обратно шли. Тоже так красиво. И туда тоже на их лучики. Сегодня вообще нам хорошо, красиво поиграли. Мы когда шли назад, вот, снимали, тоже вам чуть подсняли. Долго они еще, да, у нас играли? Да. Долго. Мы шли, все на них смотрели, они меняются. Интересно, красиво. Шли-шли и увидели. Сначала ромашку. Да. 30 октября ромашка. Причем... Почти весна. То, что там две распущенные, третья собралась распускаться. Это вы тоже видели. Потом обратили внимание, идем не поймем на это. Что такое на это? Что мы первые встретили? Вербу. Вам также засняли, вы видели. Она готовится, она перепутала у нас. У нас вообще природа перепуталась. У нас вообще природа попутала. Она думает, что весна у нас наступает. Верба, березка, тополь. И везде почки. Причем на тополе это уже такие хорошие, даже смолу вот эту топляную-то они на руках оставлять. Я разломила почку, а у меня желтенькие эти. Потом шли, уже они стали снимать сирень, почку, а там листья. Там уже практически готовый листочек был.
Я вообще каштаны только недавно скинули, уже во уже почки. Только-только скинули. Так что, походу, у нас весна. Выходили, да, мы были, когда выходили, были тучки, возвращались, уже солнышко светило, так хорошо стало на улице. Да, тепло, хорошо. Практически весенняя погода. Но поразило нас больше вот именно набор почек. Да. Сначала нас удивила ромашка, а потом, как мы обратили внимание, что почки стали, и мы еще посмеялись, я говорю, ну что, говорю, Миш, вербу нашли, говорю, сейчас надо, говорю, будет посмотреть тополь. Но следом за вербой идет тополь на бухание. Раз тополь. Потом береза. Я говорю, за тополем идет береза на бухание почек. Береза тоже. Там это вообще. Еще смеюсь, говорю, ну что, говорю, через 3-4 дня пойдем сок ставить березовый. Ну а как это еще понимать? Да. Мы еще как-то в ноябре сок березовый не пили. Не пробовали. Из-под березки. Сразу же, да? Как-то не пробовали. Это если такая погода пойдет, то действительно можно идти и ставить. Ну, посмотрим. Если будет так продолжаться, ну, посмотрим, поставим. Что попьем. Да. Так что вот такая веселая у нас прогулочка совершилась. Как говорится, может быть, видео где-то было некачественное, имеется в виду, дрожание было, но вначале мы вас предупредили. Почему так будет сейчас пока? Потому что ждем, когда придет, это не от нас зависит. Магазины у нас закрыты, в стране объявили, как говорится, нерабочие дни, сидите дома. Вот сломался стап, и купить-то негде. Да. По сути, да. Заказывать только по интернету и ждать, когда тебе привезут. А вот съездить, сходить куда-то купить, нет возможности в этом плане, что не купишь. Тебе говорят, иди гуляй дома. Ну, ничего страшного, я думаю, не случится. Будем снимать пока так, а придет. Ну, придет. Будем уже в нормальном режиме работать. Ну, а вы нам ставьте лайки. Подписывайтесь на канал обязательно. Не забывайте про колокольчик. Для чего он нужен? Чтобы не пропустить новые ролики. Там, кстати, у нас коротенькое видео по дороге мы засняли. Смотрите тоже. 16 секунд. Наташу Даш там на рифму проперло. Рифмоплет. Ну, что сделать? Природа. Вдохновила. Вдохновила. Да. Говорим простым языком с вами. Дружеским. Ну и не забывайте, конечно, про комментарии. Как вам, чего вам понравилось, не понравилось. Может быть, нам больше природы снимать. Может быть, больше снимать нашу обычную жизнь. Готовка, вот ремонт. Но ремонт-то мы вам все равно будем показывать. Наши подвиги будем не только вам, еще и себе запечатлять на память. Ну, подвигов у нас еще впереди много. Да, крушить мы научились. Но еще не докрушили. Еще ездим попрактиковаться. Ну, сказать честно, на эти выходные, после того, как мы увидели, что у нас беда вот случилась, желание было что-либо делать, ноль. Ну, будем поднимать прогулками. Будем поднимать все настроение. Да. И вам. Себе и вам. Я так думаю, что, наверное, мы сейчас скоро уже запустим рубрику, наверное, будем делать поделки. Материал-то мы насобирали. Да. Я думаю, да. Пора, наверное, будет запускать потихоньку их. Можно. Это не быстро, как говорится. Надо все просушить, подготовить же. Но у нас уже что-то уже просохло, подготовилось. Я думаю, что мы начнем потихоньку выпускать. Пока еще такая погода, может, люди еще и пособирают, успеют что-то. Ну, не знаю, успеют, не успеют, но... Но желуди еще есть, шишки еще есть в лесу. Но собирать еще есть чего, по сути. С чего мы будем делать. Так что,
Мы с вами не прощаемся. Говорим до новых встреч в наших новых роликах.